Я считаю это очень важным мероприятием. Дело в том, что были убиты наши товарищи, антифашисты, которые боролись не просто как бы против каких-то преступлений, так скажем, какого-то уголовного порядка. Это были политические преступления. Они боролись против националистов, поддерживаемых российской властью. Мне кажется, народу, конечно, могло бы намного больше, но есть масса причин, почему люди уважаемые не граждане, ходят на это мероприятие. Но надо граждане. Сказать, что я здесь заметила в том числе и молодых, которые с ними лично не были знакомы, которые, очевидно, либо считают себя последователями их идеи, либо они так и насчитались много. Эта память, этот день объединяет очень и очень разных людей. И это важно, что существует комитет 19 января, который каждый год это организует, мероприятие памяти.